В истории музыки не так много сочинений, способных помериться с временами года Вивальди, количеством интерпретаций и необычных прочтений. Одни музыканты стараются исполнять этот барочный шедевр максимально аутентично на старинных инструментах, другие делают его в рок-обработке. Тот же камерный оркестр филармонии как-то со скрипачом Найджелом Кеннеди играли Вивальди в хулиганском импровизационном стиле. В этот раз новый эксперимент. Интерпретация, которую привез Ришар, она совершенно не барочная в том понимании, в котором мы себе это представляем. У нас современные инструменты, у нас современные скрипки, смычки. Естественно, многое артикуляция, она просто у нас не получится на наших инструментах. На репетициях музыканты проделывают непростую работу. Стараются добиться гармоничного звучания струнного оркестра и кнопочного аккордеона, разновидностью которого является привычный нам баян. Переложение времен года для такого состава инструментов гальяна в России сыграет впервые. Это инструмент 50-го года производства, особенный для меня. Конечно, при жизни Вивальди таких аккордеонов не было, но композитор был бы под большим впечатлением, если бы услышал, как он звучит. Дело в том, что здесь очень много красок. Если скрипичная версия предполагает романтическое звучание этого произведения, то благодаря аккордеону Вивальди обретает совершенно новую форму. Я бы даже сказал, немножко русское звучание. Ришар Гальяна из тех исполнителей, что такие эксперименты могут себе позволить. Он уже вошел в историю как человек, раскрывший джазовый потенциал аккордеона. Специалисты признают, что Гальяна создает целые музыкальные направления. Впрочем, ученику и другу короля танго, композитора Астора Пьяццоллы, другая роль была бы мала. Нужно, чтобы я умер, чтобы можно было оценить мой вклад. Я дружил с Пьяццоллой, он не был известен. Он очень переживал свое забвение, и когда его гений через 10 лет после смерти открылся, я был очень счастлив, очень рад тому, что смогу продвигать его музыку. Это большая честь для меня. Алексей Кудинов, Павел Мирошников, телестанция «Мир».